نربي الأولاد على القدوة الصالحة. То есть воспитываем детей на хороших примерах. نعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, سيرة الصحابة, سيرة السلف الصالح. Обучаем наших детей жизнеописанию пророка صلى الله عليه وسلم, его сподвижников и праведных имамов. نعم, هكذا كانت يعني حتى الأمهات خلاص أسماء رضي الله عنها كانت عندما تربي الزبير عبد الله بن الزبير صغير الآن وهي تقول لها أنت تكون بطل نبيل وهو صغير تقول أنت عندما تكبر تكون بطل شجاع وهو صغير الآن عبد الله بن الزبير. إمامه كذا ما جاء عبد الله بن الزبير كذا воспитывал его нянчил то есть убаюкивала она ему пела такую колыбельку то есть ты когда вырастешь станешь мужчиной будешь героем. لكن маленький ребенок он вот такие вещами его учит с детства. لكن الأم عندنا في الغالب إلا من رحم الله. А говорит наши говорит матери говорит то есть наши матеря говорит в наше время говорит за исключением очень малого количества. عندما يبكي الولد إيش تصنع؟ Когда говорит плачет ребенок что начинает делать? تقول له أغاني أغنية أنشأ الولد على الأغاني على الرقص على سماع الأغاني. Петь ему песенки какие-то, да, убаюкивать его песенками, успокаивать, воспитывать, то есть с младенства воспитывать ребенка, приучает его к музыке, к песням, к танцам. Правильно? То есть поэтому, то есть мать, когда воспитывает, убаюкивает своего ребенка, должна читать ему Коран, или же какие-то вот матные составленные в виде стиха, да, тексты в виде стиха, или какие-то хорошие слова, да, чтобы он воспитывался на Коране и Сунне.